Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Вот у меня дилемма вышла: либо кимарнуть перед работой, либо поиграть. И я подумал, что, наверное, я поиграю и кимарну. То есть поиграю я совсем чуть-чуть. Ну, я зашел, чтобы еще запустить события. Да, я забыл, что у меня здесь нету, как говорится, вторых лиц, поэтому все приходится делать самому. Спасибо, что вы об этом пишете в комментариях, напоминаете мне лишний раз. Так, ну что, кубок претендентов... Поехали. Давай поменяем нашего гонщика. Кого-нибудь хочется взять. Новенького, что-нибудь такое. Давай вот этого вот сырноголового возьмем. И, в принципе, да, да, поедем на нашей раллийной автошке. Не знаю, смогу ли я сегодня урвать 6000 кубков. Конечно, хотелось бы. И дрёть, матрёть. Ты посмотри, что происходит. Там фура тягач, там рвет копыта. Мы тут даем немножко джазу. В общем, все хорошо получилось. Для первой гонки я считаю, что смачно. Но опять же повторю, ребята, трасса довольно легкая, без заковырок особых. Поэтому, возможно, нам здесь и проще в этом плане. Так, ну сзади кто-то там дает дрозда. Ты видел, да? Это, по-моему, там супер... Да, суперкар, но тягач все равно, ребята, выходит вперед. Давай дальше гнать. Ёк-макарёк. Ну что это был за буст? Это не до... О, о-о-о-о, тягач там, смотри. Понятно, ребята, что тягач у нас на... Как это назвать-то даже? На прыжках. Смотри, как он сиганул. Смотри, как он сиганул, а? Улетел, короче. Да и фиг с ним. Все равно первыми приехали мы. Это нам не надо. Уберите это от меня подальше. Так, развлекухи начинаются. Давай, пойдем развлекаться. Приближающийся ужас. Нет, неправильно назвали. Ужас уже, ребята, здесь. Так, байк. Байкер, врежься нафиг. И не гунди, пожалуйста, больше здесь. Так, тихо, тихо, тихо. Оп, как я, хорошо, а? Как профессионал прям. Нет, 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 нет. А, там чувак на форсажике, да, значит, наяривает. Да, да, друзья мои. Именно на форсажике он хочет хотел меня выиграть. Блин, вот тут, конечно, я немножко дал дубца. Так, форсажист. Чтоб тебе черти жрали, а, форсажист. Кто там? Пыня воржига. Блин, смотри, смотри, смотри. Специально, ребят, специально он замедлился. А для чего? А для того, чтобы взять горючку. Ну, он еще сосунок для нас. Для нас он, ребята, сосунище. Блин, наверное, надо будет все-таки, мне кажется, выключать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, согласись, это было, блин, не очень комфортный прыжок для меня, потому что, ну, врезался. Хорошо, что скорость не растерял, и все-таки, ребят, вырвался вперед. Нормально, нормально. Так, а вот дальше интересно у нас будет фабричный кубок. Одна из моих любимых, ребята, трасс. Правда, почему-то в последнее время я на них хороших результатов не даю. Что он делает? Что он делает? Пан Сусанин. Куда ты... Блин, ты посмотри, а? Как он так едет-то? Как он так едет? Его машину даже не трясло. Я не понимаю. Причем с постоянным, с каким-то ускорением. На заднем колесе, что ли? Это у него стоит? Я не пойму. Типа того. Слушай, мне кажется, что мне надо, ребята, уже убирать вот эту вот штуку, которая стоит у меня на заднем колесе, это ускорение, и что-то другое ставить. Почему? Ну, потому что я не вижу никакого выхлопа в этом. Не-не-не-не, давай сюда. Молодец, красавчик. Все четенько. Не бзди, родной, все сделаем как надо. Давай-давай-давай-давай.
Давай. Я вижу. Там это вторая ролейка, блин, шпарит сзади. Навозник. Нормально. Как говорится, ручки помнят, кнопки делают. Ага. Впереди холмы. Честно, нас предупредили. Так, раллийное авто. Точнее, суперкар. Саид на нем едет. Саид едет. Ага. Не-не-не-не-не-не-не. Никаких первых мест тебе, Саидушка. Ты как бы перебьешься пока. Иди там отдохни где-нибудь в закутке, пока папа будет. Вот сейчас посмотрим, как он заедет. Ну, да, в принципе, ребят, ничего удивительного не было в этом. Как он был в пригорок с Алабоном, так он с Алабоном и остался. Я! Дрещеныш мелкий. Хотел папу обставить. Давай как-нибудь без выкрутасов. Опа, видел как? Могем. Так, ну здесь понятно, здесь придется вот так вот. Ай-яй-яй-яй, споткнулся там где-то обо что-то. Как-то. А вот это было глупо. Вот это было, ребята, глупо, и это сейчас может... Нет, не может. Я думал, сейчас будет стоить мне место, но, слава богу, стабилизировался. Так, поиск ответа. А почему гонка, ребята, не идет? Что-то не идет гонка, и все. Так, ну что у нас тут? Защитная арматура, форсаж и стартовый ускоритель. Ага. Так, еще шахты. Еще шахты, рок-н-ролл. Я готов. Ну, видосик этот, конечно же, будет уже на следующий день, потому что сегодня я его, ребята, не успею выложить, потому что мне через 3 часа на работу. А мне еще кимарнуть надо, я же говорил. Ненавижу вот эти вот... Я тебе говорил, что вертушки здесь вообще, ребята, по кайфу ехать. Я еще и последним приехал. Нормально, друзья? Нормально? Все эти сосунищи меня обогнали, блин, и я приехал последним. Нафиг я поеду вниз. Я не хочу там выпендриваться. Эй, чуточку тут. Ну все, короче, я тут свалился. С какого перепуга тачку-то так перекорежило-то, блин. Четвертое место, ребята. Пипец. Ее задрало нафиг, я думал, сейчас перевернусь. С какого нахрен перепуга такое происходит, эй? Опять, блин, а? Да я не могу терпеть вот эти вот, ребята, волну. Вот серьезно тебе говорю. Ну, хотя бы тут, блин, вторым приехал. Но все равно, ребята, это... Я даже не вошел в тройку. Я даже в тройку не вошел. Потому что второе место... Ладно, еще первое бы занял бы, а то второе место и... Фига этому чувачка байк. Посмотри, как выглядит. Этот дракон там непонятный впереди. Видел как? Все-таки я его вздрючил. Просто, ребят, в прыжке. И не просто в прыжке, а, естественно, под бустом. Под горючкой. Это все делается под горючкой. Ему приходится ехать очень аккуратно. Я вижу, что он старается. Ты смотри-ка. Заехал, я не знаю, зачем там перевернулся, но я первый все равно. Так, путешествие на пальцах. Так уж и быть, уговорили. Давай возьмем багги. И поедем на багги. Приливные волны. Да, это, конечно, не айс. То, что оно у нас попрыгучее, это я давно знаю, ребят. Наша тачка вот эта вот.
Но мне повезло, у меня очень мощный магнит здесь, поэтому он притягивает далеко, и, соответственно, за счет этого мы... ускоряемся. Ну вот. Так, Иги, или кто-то там? Гиги. Шмиги. Пошел Ванус. Смотри, а, щенок. Заморский, че захотел? Не тут-то было. Кишкарь. Иди вон в песочницу лучше играй. Так, ну а я погнал. Блин, ну вот нафига ты вот эти вот прыжки-то свои дурацкие делаешь-то? Ну ёк-макарёк, ребят, ну тут походу дело, наверное, сфейлимся. Наверное. Ты видел? Приземлился мешок с картошкой. Сержант Джон. Ну ладно, ладно, первое место мне обеспечено. Так, забрали мы с тобой 18 деталей, это у нас на скутер. О, привет, Рэй. Так, привет. Не знаю, кто ты, но привет. А, все, ребята, гонка уже стабилизировалась. Стабилизировалась, то есть уже пошли первые наши баллы. Так, ну а я пошел играть в кубок по скоростному спуску, потому что... А, я хотел здесь, кстати, снять, да, эту деталь. Сколько? 230 тысяч повышения этой детали. Блин, почему нету спойлера, а? Где его получить? Или как он вообще? Я не знаю, ребят, как его сделать, чтобы он был у меня? Может, это поставить, да? Но не хочу я эту ставить. Я не знаю, что я хочу. Я уже, знаешь, как этот... Привереда. Так, предельная скорость, импульс. Турбина заряжена на максимальное давление для увеличения мощности. Для мощности колес. Ускоритель 373. Я не знаю, ребят, что... Что лучше? Предельная скорость. Ну давай предельную скорость, блин, фиг с ним. Так, опять этот хлыщ там на форсаже, да? Там и на форсаже, там, я смотрю, и монетный ускоритель. Ай-яй-яй-яй-яй, как это было. Как это было, блин, противно. Да что ж такое-то, ну ядрен, матрен. Ну... Ну с какого перепуга-то, твою налево, блин. Почему ты там... Он не поехал. Он не стал почему-то, ребята, даже туда запрыгивать. Он не захотел. Ну а отсюда и результат, как ты видел. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Почему-то только мне... Там, конечно, очень много ребята запороли гонку. Аж трое чуваков. Но я-то один из них. Чё-то вообще, ребят, не канает игра у меня сегодня. Ага, от слова совсем. Надо же. Фью, какое. Третье место. Ты серьезно, Рэйчик? Ну... Ну ты даешь, ну ты даешь, а. Ладно, ребята, давайте. Ой, что я делаю-то? Да что ты делаешь? А, забытое шоссе. Ну что за ожидание остальных игроков? Почему такое долгое ожидание? Ауч. Это все, друзья. Это называется дебилизм первой категории. Я не понимаю, что происходит. Я вообще ничего не могу сделать. Короче, берем свою тачку нафиг и не будем больше выпендриваться. Надоело. Давай хотя бы пройдем 6 тысяч кубков. У меня и так времени мало. Мне еще нужно хотя бы часика 2-то поспать, блин. А я сейчас буду тут туда-сюда елозиться. Давай как-то это избежим. Этих недоразумений.
Так, Александр из Бразилии там. Я не знаю, как он там сиганул. Он, по-моему, врезался где-то. Где-то врезался и, соответственно, наверное, сфейлился, скорее всего. Хотя нет, вот он еще здесь с нами. Блин, время почти 3 часа, блин. Через 2 часа мне идти на работу, ё-моё. Ну этот-то еще куда, блин, чурка вышел, блин, вылез, блин. Ну, куда вот он пошел, погнал. Пипец, я с этим ускорением... Какого, блин, вот ускорения? Какого он ускорения дает? Я никакого, ребята, ускорения вообще тут в помине, блин, не вижу. Ставишь эту дребудень сзади себе, блин, и никакого ускорения нету. А у него почему-то ускорение есть. Как вот ты мне это объяснишь? Дебил. Конченый причем. Просто конченый дебил. Ехал, взял, об магнит врезался. Да. Глубокий омут. Да плевать я хотел на ваш глубокий омут, блин. Дайте мне 6 тысяч кубков, и я пойду, блин, отдыхать уже, блин. Глубокий омут. Понятно. Ладно, хоть успел в эту трубу, блин, залететь. Трубочист фигов. Так, нормалек. Давай дальше. Он дает этот... Он дает, ребята, ускорение. Чувствуется, но... Как тебе это объяснить-то? Немножко не то, что я хотел. Нормалек. Здесь все тоже прекрасно. И давай последнюю гонку, блин. Вот считай, я потерял, ребята, на вот этих вот переигровках. Ну сколько времени? Ну где-то минут 15-20. Да не, вру. Минут 7. Не, 5 вру. Где-то минут 5. 5 минут своего замечательного сна, ребята, я отобрал. То, что начал тут экспериментировать. А как же без экспериментов-то? Неинтересно же, ёк-макарёк. И вот я сейчас только вернусь в свои старые позиции займу. Угу. Что там в команде у нас? Так, ты снимаешь ролик. Так, я новенький. Ну, я и смотрю, что это. Интересно. Ереслову. Так, ладно. Нам пока не это. Кубок пустыни. Кубок пустыни. Погнали, друзья. Три будет гонки у нас. Я напряжен. Потому что там Мартреза какая-то. Мартреза или Матреза, как его там звать-то? Ну вот как, ребят. А, у него тоже. Ё-моё, я что-то не увидел. Я думаю, ну как он там бустанулся, взяв этот топливный, блин, насос. Ой, топливный насос. Форсаж. Наверное, зря мы так сделали. Так, пускай он там на кактусы падает. Да ё просто, ну как вот, блин. Ребят, ну как он делает это, обгоняет-то, ё-моё. Еду первым, блин, он меня настигает. Мало того, что настигает, так еще и обгоняет, блин. С ракеты, что ли? За этой ракетой дебильной, которая у него там стоит, блин. Или как, я не понимаю. Вот смотри, блин, я улетел фиг знает куда. Фиг знает куда и фиг знает насколько далеко. Сейчас не удивлюсь, если он сейчас меня догонит. Он уже вон сзади там шуркается. Второе место, блин. Кубок шахты. Давай быстрее, кубок шахты.
Сегодня, ребята, чисто по трассе покатаюсь. Не буду там делать еще каких-либо заездов. Чисто по трасске. Трындец. Врезался. Микки Маус, вали в очко, а. Не обогнать мне этого Микки Мауса. Чё они там с собой везут? Или это в руке у него там что-то, не могу врубиться. Вообще название, блин. Вертушка там еще что-то синегарит. Так, поехали, давай. Да и фиг с ним, что ты врезался. О, нормально, стабилизировался. Идеальный старт. Вот это вот, ребята, вот почему вот такая фигня, что перед идеальным стартом ты обязательно должен врезаться. Слушай, вертухай, вали нафиг, а? Напрягаешь уже, Дональд Дак, блин. Вторым, так, у него сколько там, 5 очков, у нас 7, то есть мы лидеры, получается, здесь, да? Что там опять пишет-то? Это хотел с вами поболтать, дружи, хладился, ну хватит шуток. Немного отвлекаешь. Так, ну что, ребята, ледяные пещеры, пещера ледяного огня, тут одна гонка. Если не сфейлимся, будет все четенько. То есть, ну, как бы, хотелось бы занять первое место, ну, чтобы продвинуться. А что это, ребят, за новый этот скин роботов? Это недавно только в игре появилось, потому что я раньше что-то не видел. А теперь зачастил он тут. Давай. Фига тебя подкинул. Какого фига ты, блин, плешивый? Ну, ты видел, да? Его, блин, подкинуло в поднебесную, можно так сказать. Без крыльев, блин, закинуло хрен знает куда. Зачем так делать-то? Там кто-то еще на этом, на байке каком-то. Я офигею, на каком-то мотоцикле. Сейчас еще, прикинь, не обгонит. Да не обгонит. Вряд ли он уже обгонит, ребят. Просто мне это первое место здесь необходимо. Я хочу быстрее, блин, получить свои 6 тысяч законных кубков. И все, ребят, не идти уже отдыхать. Время-то идет. Ну, так, у нас кубок ледника. И опять же здесь два этапа. Что-то тебе не показалось, что мы сейчас как-то очень мало проехали? Мы заняли первое место, так мы немножечко всего лишь продвинулись. Так, кубок ледника. Это у нас да. Молодец, Рэй. Единственный, кто отдуплился, это был я. Поехал, блин. Наверх меня не закинуло, как ты видишь, ветром. Поехал понизу. Ну и итог ты видел сам. Ну куда ты, ё-моё, вертухай, блин, лезешь? Давай, Рэйчик, газуй. Красава. Какое место-то хоть? Ну, второе. Второе незазорное. Так, ребят, эпические холмы. Давай быстренько прокатимся опять же на нашей раллийной автошке. Нет, был бы у меня выходной, ребята, я бы на... Как сказать? На чили бы поиграл бы. Без всякого напряга. Но тут, извини меня, блин, ну... Когда у тебя времени в обрез, может быть, не надо было снимать, а просто ложиться спать в баньке, как говорится, да? И все. Просто работать в ночные смены, ребята, очень тяжело, если ты не поспишь днем. Очень тяжело.
поверь мне. Даже если ты будешь ничего не делать, в ночью просто сидеть, тебя будет вырубать. А если ты еще и работаешь? А если еще тяжелый труд? О, ребятушки, то это все. Пиши пропало. Поэтому ты приходишь с работы как вата. Только бы до кровати дойти. Иногда даже не успеваешь поесть, потому что, ну, очень сильно рубит. Так, ну что же у нас тут? Первое место, я смотрю, да? Корячится. Да, ребят, первое место занял. Металлические цилиндры или шарниры? Я не понимаю, от чего они такие названия? Так, рокет какой-то тут. Молодец, красавчик. Вот там и сиди в этой яме. Дурень. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я, ребят, не на ту машину. Блин, меня красная машина с панталоги сняла. Я что-то на нее засмотрелся и смотрю, как будто это я. Это было глупо, да? Ладно, я все равно здесь первый. Так, что там у нас опять? Хлеб с маслом. Рей, так, 6К берешь, сори. Ну да, да. Пытаюсь взять 6000К. Так, ну что, ребят, хотя бы давайте воскресный чемпион проедем уже и... Я не знаю. Закругляться, наверное, буду. Не потому что я не хочу, ребят, снимать или еще что-нибудь в этом роде. А потому что действительно уже времени, блин. Дофига. Ай-яй-яй-яй-яй. Я уже думал, сейчас этот форсажист меня обгонит. Нет, не получилось. Да, напряженная гонка, ребят. Первым? Серьезно? Мне что-то показалось, что он как бы первым заехал на финишную. Как я умудрился, непонятно. Понятно. Так, он застрял, его колесо застряло, ребята. У той машины на форсаже, которая. Так что все четенько. Вот надо теперь вертухая вот этого обогнать. Но тут не получится никак. К сожалению. Ты прикинь, этот форсажист, он там застрял со своим колесом. И он еще успел нас нагнать. Приехал он, правда, последним, но он успел нагнать. То есть сделай выводы. Так. Опа. Тут все... Четенько, ребят, все четенько было прописано. Замечательно. Ну, берем 3000. Нет. Так, прохожу вызова. Ты сможешь, Рей? Да как бы моя команда не выиграла. Там, по-моему, 400 с лишним очков было. Поэтому она не выиграла, она проиграла. У нас было 400 кубков против 1800 кубков. Но я, в принципе, понимаю, почему это было. Я не заходил в игру. И я не смог запустить гонки. Поэтому мы кубков-то и не набрали. Мне писали: Рей, зайди в игру. Но я был на работе. Еще все, у меня машина тут летает. А что так она... Не, я ничего не говорю, я не против, но... Что, опять одна гонка здесь, что ли? Не пойму я. Походу дела здесь одна гонка. Ну что ж, тогда мы ее должны взять. Твою налево, я же очканул, думал, сейчас врежемся, блин. Он же у меня без крыши едет. Ну, все тут прекрасно, все великолепно. Ну, взяли, я понял. 3000 монет мы взяли. Так, что там у нас? Так, круто, команда, уровень, привет. Так, совсем позоримся. Ладно, ребят, надо нам дальше. 6000 кубков не так уж и далеко, поэтому я попробую все-таки добить гонку. Не будем
обрываться на посередине, как говорится. Ё-моё, по-моему, вниз, да, можно же? Горючку возьми. Горючку взяли. Ага, первое местечко. Теплое такое местечко взяли. Так, сколько там гонок? Три гонки, по-моему, да, у нас. Блин, как я ненавижу вот эти вот валуны, ребят. Ой-ой-ой. Давай, 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 забирайся, гаденыш. Ну вот где твой буст, который мне нужен? Ну вот где твой вот это вот супер, блин, пупер ускорение? Его не было видно, понимаешь? Я ждал, когда он там пердак свой раскочегарит, а он нифига не раскочегарил. Так, вниз, наверное, занырнем. Опять засмотрелся на ту белую парашу, блин. Чтоб он застрял в этих колесах. О! Хе-хе-хе, ну басос. Других слов у меня нету. Отлично, отлично прокатился, ребят. Так, у нас первый снежок выпал. Ну, я имею в виду в игре. А первый снег идет. Ох, друзья мои, скоро Новый год. Кто любит Новый год, а? Я вот лично не люблю, ребят. Я в детстве любил, а сейчас уже не особо. Да что такое-то? Что с машиной-то? Твою налево. Ну, желтая параша там какая-то ехала, хотел. Он меня, ребят, практически уже обогнал, но я все-таки до последнего пытался бороться, и, в принципе, я поборолся. Так, этот чипиздрик улетел куда-то. Надо сделать так, чтобы он врезался где-нибудь. Он два этих, ребята, применял. Два ускорения, потому что машина у него почти рассыпалась. Там еще один бы буст, и его машина просто превратилась бы в кучу металлолома. Ай-я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 й. Это непростительное было. Ну как так-то? Ну твою ж налево, блин, ну... А, еще и врезался там, блин, а. Блин, ну что-то вот Гранд Каньон, вот этот Гран-при Каньон, что-то меня как-то напрягает. Какая-то неудобная, если честно говоря, трасса. Может быть, для мотоцикла, да, она пойдет, но... Пипец. А в тип... Блин, тут остался немножко, блин. Этот гаденыш меня просто обогнал. Да... Че это за музыка идет такая, не понял. Давай, езжай. Мне музыка сейчас напомнила... Какую же игру-то? Как она называется? Я уже забыл. Ладно, потом вспомним. Опять этот байкер-шмнырь. Ну, ядрет твою срань, ты болотный, а. Да. Лучше, блин, не придумаешь. Давай дальше, блин. Последняя гонка у нас. Третья. Слушай, этот прыщ в трусах достал уже, а? Не, серьезно говорю, достал уже в корень. Хе-хе-хе.
Ой, не могу, блин. Чудило. Размазался. Эй, хорош, хорош, хорош. Так, а, это у нас красные спуски. Твое налево. Но я же здесь, ребята, практически никогда не проигрывал. Что ж происходит-то, а? Да смех тут дурацкий. Выбил меня из колеи. Я просто... Я просто этот, как байкер, ты видел, как он там шмякнулся? Просто в смятку, блин. Гонщик вшивый, а. Разложился трусатый. Так, давай далее. Да что ты? Блин, смех хорош, отстань от меня. Что за истерия, а? Не понимаю. Все, ребята, вот досмеялся, блин. Вот теперь, блин, третья позиция. И что вы по итогу второе место? Еле продвинулся. Так, что у нас там? Привет, привет. Если что, меня зовут Витя Скин Санта Робот. Витя. Не, ребята, если вы хотите, чтобы я каждого своего подписчика знал по имени, то поверь мне, этого никогда не случится, потому что у вас тысячи, ребята, тысячи, а я один. Мне не запомнить. Я запомню только... Запоминаю только очень-очень старых, и которые очень долго-долго играют. Ой, играют, которые очень долго находятся на моем канале, которых я вижу практически часто, таких как Вуди Вудпекер, такие как... И все. Не, такие как Макс, Макс Икс, Влад и так далее. Гели Фишер. Ну и Гели Фишера я могу отметить именно по этой игре. Правда, что-то я его не вижу, где он пропал куда-то, Гели Фишер у нас. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Да еб... Твою... Так как хочется вырваться. Ну что это было? Что это за навозный проезд был сейчас только что, а? Так, ребят, я уже потихонечку... Как сказать, закачал Shadow Fight. И я все боюсь к нему приступать на прохождение, ребят. Серьезно говорю, боюсь. Да ты посмотри, вот как вот. Да ядрен ты бы. Да что с тачкой-то, блин. Я ее, блин, ребят, я ее на металлолом нахрен сдам. Что она делает? Что делает мое дрифта говно вот это вот, а? Я не понимаю. Пипец. Я ее как размазню там кидала, понимаешь, как размазню бросала со стороны в сторону, блин. Я вижу этот рывок, ребята, я вижу его, когда он срабатывает, но он почему-то всегда срабатывает не тогда, когда надо. О, блин, почти 3 часа. Вместо того, чтобы спать, отдыхать. У меня скоро будильник, блин, зазвенит. А я тут дрынькаю, блин. Дрынчало. Все тысяч кубков, конечно, возьмем, ребята. В этом сезоне я должен, обязан взять. Потому что прошлый месяц это просто было что-то с чем-то. Ну, там, я тебе говорю, там все из-за бана, ребят, произошло. На 2 недели меня... Не, не на 2 недели, на неделю блокернули и... Я переключился, как говорится, на второй канал и там завис. И очень тяжело было переключиться. Ну что, берем с тобой? Нет, до сих пор не взяли. Нам нужно еще, блин, сделать гонки. Тут уже не имеет значения, можно и второе место, в принципе, занять. Ну, хотелось бы, конечно, первое. Ой-ой-ой-ой-ой.
Ну ядрен, Матрен, ну что с машиной-то? Пипец, блин. Да она не хочет ехать, ребят. Она просто не хочет ехать. Она каждую кочку сюда. И вот эту трассу мы с тобой на ролике брали, как я не знаю кого, блин. А тут все, обделалась она у меня. Это вообще как-то перелетел. А, ну крылья. Ладно, фиг с ним, с крыльями. О, тё-тё-тё-тё, да-да-да. Вот опять вам, ребята, и результат, блин. Опять третье место. Если еще раз я занимаю третье место, второго места мне не видать. Ну у тебя же колеса, блин, чудотворные. Фиг ли ты тупишь-то, блин? Фух. Да, ребят, ну что, занимаем? Отлично. Замечательно. Все, друзья мои. Так, Рэй, я знаю, кто всех удалил, пошел. Верещак, да. Ага, Верещак, понял. Теперь лидер только я. Ну что, друзья мои, давайте на сегодня закругляться. Я хотел, конечно, поиграть бы и в гонки, и хотел бы, конечно, еще и в события, и все, понимаешь, да? Время, время. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.